Эта работа создана в первую очередь самими слепоглухими артистами. Я себе не мог представить, как можно жить вообще без органов чувств, без зрения, без слуха. И когда ты начинаешь работать с такими людьми, понимаешь, что эти люди абсолютно радостные, одухотворенные, они полны энергии, они хотят жить. Работа с слепоглухим человеком, она выстраивается по тому же принципу, как и с любым другим артистом. Через какое-то время мы поняли, что не нужно делать никаких скидок. Это полноценный профессиональный процесс. И даже более того, мне кажется, что не столько мы давали слепоглухим актерам, как получали. Слепоглухой артист, он не умеет врать. То есть, по сути, ему не нужно ничего показывать, ему не нужно притворяться. Как бы у него настоящая энергия рождается. Это было удивительно. Этот спектакль имеет такое количество слоев, что каждый на своем уровне будет это понимать. Произошло просто необыкновенное соединение, которое будет иметь, я думаю, еще огромное значение и для мультипликации как таковой, потому что мультипликация уперлась уже в такую дурость, а здесь искусство. Это сотворение мира в человеке. Вот здесь это происходит. Помимо того, что сама идея связана с сотворением мира, с сотворением личности, и с сотворением идеала, тут еще сотворение идет внутри каждого актера, который не слышит, не видит, но двигается и по наитию, и по тому, как ведет его кто-то, ведущий. И это совершенно потрясающе.